О повышении безопасности дорожного движения на автодорогах эксперты из разных стран говорили в рамках международной и ежегодной конференции. Эта проблема не имеет территориальных границ, поэтому к разговору российская сторона пригласила и зарубежных коллег. Обмен опытом – дело важное. Совершенствовать требования в этом вопросе необходимо регулярно. Количество ДТП с участием пешеходов и пассажирского транспорта случаются часто. На федеральном уровне постоянно ищут новые пути решения самой распространенной проблемы на дорогах. Сегодня снова говорили об очередных требованиях к подвижному составу и более серьезных подходах к обучению водителей. Ведется ужесточение в части административной ответственности за нарушение в целом правил дорожного движения, включая там части пешеходных переходов. Это действительно глобально тяжелая задача. Разрулить эти транспортные и пешеходные потоки. В конце прошлого года очень серьезный федеральный закон вышел, готовятся подзаконные акты, которые позволят закрепить законодательно именно вопросы безопасности перевозок пассажиров. В этом направлении работа ведется. Безопасность и качество в данном случае синонимы. Статистика ДТП зависит и от качества дорог. К слову, здесь же на международной конференции стали известны сроки начала ремонта трассы Джубга-Сочи. Новая дорога станет не только безопасной, но и разгрузит трафик. Технические параметры реконструкции уже рассмотрены в Федеральном дорожном агентстве. Это те участки, на которые уже имеется проектно-сметная документация. Это вот от Мамайки, если не ошибаюсь, в обход Дагомыса и ЛО, так называемый третий пусковой комплекс обхода Сочи. И мы надеемся, что уже в 2019 году мы приступим к реализации этого проекта. Думаю, что и в целом вся дорога от Джубги до Сочи будет реконструирована. Помимо самой конференции, главные дорожники страны проведут в Сочи и специальную акцию для безопасности детей на дорогах «Засветись». Мероприятие пройдет в 100-й сочинской школе. Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.